есть понимаем, что происходит. Понимаем. Потом учим, то есть запоминаем. Запоминаем. Изучать мы будем три предмета. Три предмета изучаем. Ну, во-первых, как устроен вот этот инструмент. Как же он устроен. И как устроена сама музыка. Как эту музыку играть? Мне кажется, это единственное, что могу играть, не знаю. Сначала познакомиться с устройством инструмента. Давайте познакомимся. Перед нами клавиатура. Клавиатура. С множеством белых и черных клавиш. Отлично. Белые и черные клавиши. Нажимая на клавишу, мы слышим звук. Это внутри пианино молоточек ударил. Молоточек ударил внутри пианино. Я снял. Снял. Палец клавиши и струна заглушилась. Заглушилась. Звуки могут быть высокими. Низкими, короткими, длинными, по одному или сразу. В общем, мы сейчас как будем учить какую-то мелодию, в этом непонятно. Пространстве. Я предлагаю выбрать какой-то ориентир. Лучше всего для этого нам подойдет вот эта клавиша. Она находится между двумя черными. Так, клавиша между двумя черными. В других местах найдем ее. Клавиша называется... Это Ре. Клавиша Ре. Ре. От Ре до Ре это расстояние называется октава. Октава. Таким образом, если я знаю, что расстояние от Ре до Ре это октава. Одинаковые отрезки. Интервалы, отлично. Которые называются октавы. Октавы. Всего их 7. У меня не 7. А в каждой октаве мы увидим 7 белых и 5 черных клавиш. Почему 7 белых и 5 черных? Вот они все. Вот белые. А вот черные. Всего 12. Поочередно нажимая клавиши. Не надо умирать, пожалуйста, ребята. Мелодия. Я вот сейчас играю мелодию Раймонда Паулса из репертуара Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». О, «Миллион алых роз». Это наша Ре. Мелодия постоянно кружится вокруг Ре. Я сейчас не пыталась играть, короче, но... Это дает возможность её легко запомнить и сыграть. Чего смеетесь там? Я учусь. Всего в данной мелодии я сыграл 4 фразы. Действительно, 4 фразы, блин, я уже запуталась. Абсолютно столько, сколько и текстовых фраз. Первая фраза – это про миллионы. Миллион, алых роз. Вторая фраза. Из окна видишь ты. Кто влюблён и всерьёз. Наконец, последнее. И свою жизнь привыкла превратить. Чего превратить ты? Ну вот, цель нашего урока – научиться играть мелодию из этих 4 фраз. Действительно, почему бы и нет? Я не случайно их выбрал. Именно эти фразы. Да ты что? Не случайно он выбрал. Они очень легко запоминаются. Правда, что ли? Начинается первая фраза. Соседки справа от нашей Ре. Соседка справа от Ре. Именно на этой ноте ми и играется первый миллион. Миллион. А ноте Ре второй миллион. Миллион. И играется еще дальше. Это нота до. 3 миллиона. Миллион, алых роз. 3 миллиона. Миллион. И теперь от Ре. Ре. Алых роз. Надо идти в другую сторону. И у нас получится алых роз. Алых. Вообще, просто 36 человек осталось. Остальные свалили. Роз. Пределы
Феодор. Феодор, да, ладно, ушли, что ушли еще теперь. Что начало следующей фразы цепляется за окончание предыдущей. Вот я на фа закончил, алых роз. И с нее теперь буду играть дальше. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Очень легко запомнить, тоже по три раза надо постучать по каждой клавише. Постучать по голове мне нужно постучать три раза, чтобы я запомнила, а не по клавишам. Третья фраза. Я остановился на ми. На ми. На ми. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. И всерьез. Ребята, началось миллион миллион алых роз играть, подождите. А вот все остальные. Ну, как известно, в звукоряде основных нот-то 7, а у нас только 6. Мы ноту соль еще не использовали. Вот она. Или вот здесь она. Но в данной музыке она не нужна, поэтому она нам и не обязательно. Ну, запомните, вы ее можете, она рядом с фа. Соответственно, фа и соль. Итак, подведем итоги. Прям мало Пугачева, ну. Вы правой рукой. Не сказала бабушке про беременность. Более-менее ориентируюсь пока только на небольшом вот этом участке. Ну, она не готова ей говорить про это. Мы уже познакомились с названием всех основных клавиш. Это точно нет. Бабушка знает про беременность? Нет. Но аккомпанирует у нас. Охренеть, Зуева передает привет. Привет. Ты хорошая, спасибо. Ребят, я вам желаю всем быть такими хорошими. Так, ладно, поехали. Ребята, не материтесь. И потом я начинаю за вас тоже материться. Так, поехали. Миллион. Что такое темпо, мут, функшн, дуо, battery type, after power off. Что такое темп? Темп. Окей, а что такое два? Я и фортепиано. Придуриваешь.
фортепиано. Дуэтся кисами. Какой еще кто это Самедов? Просто, что за пипец? Что за пипяу? Так, ладно, что там у нас дальше? Так, ладно, окей, что у нас здесь еще есть? Вот и соседи вещали, это точно. Знаешь, как пришел муж домой, и такая, он такой идет, типа в коридоре такая. Так, ладно, что у нас тут еще есть? Короче, я тут... Просто, знаешь, мне беременная приспичило купить фортепиано. Это гормонный дат. Да, такая штука. Так, ладно, что такое 45-е? Так, 115-е. 115. Пианино бас, пианино стрингс, драм китс, рабаб, что? Так, что у нас тут? Аккордеон есть, 13, хармоника, гитара есть? 0,16-0,24. Да ладно, 24, 0,24. Нет, не похож на гитару. А вот, похоже. Представляете, на аккордеоне можно как на гитаре играть. Ты не знакома со своим инструментом? Нет. Ладно, один.
Короче, 0-0-0. Так, если 0-0-1 демо, оркестра, пианист, 0-0-8, пианино, traditional. Traditional, 0-19, 0-19. Короче, наверное, на нуле. Чего, блядь? Неправда. Я только сегодня целый день училась играть эту мелодию. Еще раз. Соберись, тряпка. Из окна видишь ты. Так, сижу, работаю, кидаю телефон, чтобы тоже посмотреть на твой инструмент. Из Липецка. Привет, привет, ребят, привет. Решетникова Феодора. Там Решетникова Феодора вообще, походу, упал под стол уже, ей вообще там плохо. Где домработница? Не знаю где. Как научиться играть? Это так здорово. Ага, здорово. Я сегодня целый день убила, чтобы сыграть эту долбанную мелодию одну. И то еще, знаешь, там еще с аккомпанементом играть. Там он там так
пальцами своими по всей клавиатуре елозит вот так вот все. Это как на шпагат почти. У тебя музыкальное образование, готовишься к экзамену. Я хочу научиться играть на фортепиано, это просто как хобби. Инструменте. И меня очень бесит, что у меня почти все мои знакомые, кто-то умеет играть на хоть каком-то одном инструменте. В общем, у меня теперь в голове пунктик по этому поводу. Я не умею садиться на шпагат, я не умею играть ни на одном аккомпанементе, я не умею профессионально петь, и мне хочется что-то доделать, чтобы это было профессионально. Молодец. Спасибо. И, в общем, завтра у меня я сажусь на правильное питание. Вот. Сегодня у меня пельменный день. Просто углеводный. Я сегодня с утра съела 2 круассана и пельмешей навернула. Просто пушка. Какой месяц беременности? 9-й, моя хорошая. Привет, привет, привет. Кто у тебя будет? Я не знаю. Сведи уже эту... слушай, сам ты хрень. У меня все в порядке, слава богу. Слушай, если ты 95, ты ассоциируешь это с тем, то, что я набила это в честь ислама или там еще что-то, потому что я вижу, что ты чеченец, и у тебя пунктик по этому поводу, хотя, там, я не знаю, у вас там по религии много запретов и так далее, я не знаю, что ты делаешь на моем эфире, но... Ну, как бы, давай диктуй там своим женам, там, не знаю, детям, братьям, сестрам, кому угодно. У меня другая вера, другая религия, и, в общем, у меня свои, как бы, отношения с Всевышним. И не перед тобой точно отчитываться. Так. Реально. Она тебе что, мешает, я не знаю. Она тебя, не знаю, портит тебе что-то. Ты от этого беднее и богаче становишься. Что ты не понимаешь, что с тобой происходит в этот момент.
Я просто не понимаю. Вот такое ощущение, что вот просто, наверное, тебе может быть не о чем поговорить со мной, но ты можешь... Ой, правда. Простите. Что-то пристало к этому чеху. Он ко мне пристал, не знаю, что-то там, не знаю, может быть, на чем-то сидит, там, я не знаю, приперло его. Чем он там с ума сходит? Он хочет сказать, что ты без татуировки красивый. Ну, пускай так и говорит. Будь здорова, спасибо большое. Все? Ну, всегда. Чехи в Чехии живут. Ой, все, пошла жара. Чехи в Чехии живут. Пойдем разберемся. Сейчас начнется вот это вот. Вот это вот. Негатив попрет. Познакомить. Маманечка, это моя будущая жена, твоя будущая невестка. Салам алейкум. У нас будет ребенок. Здрасте. Салам алейкум. Так. В смысле, надо будет убрать? Нет. Нифига себе. Тогда я тебя побриться заставлю. Не знаю. Заставлю тебя опять... Ну все, все, посмеялись и хватит. То есть, вот знаете, шутки ниже пояса, они, конечно, очень пошлые и никому не подходят. Это фу, так смеяться. В общем, все-таки выражать, да, решили? Окей.
Короче, смотрите, у нас есть праздник у традиционных христиан. Реально, я сейчас не смеюсь. У нас праздник есть, церковный праздник. Называется Обрезание Господне. Просто. Фу, Обрезание Господне. Я не знаю, мне кажется, я эту фразу просто сделала. Я просто, знаете, мне кажется, будет просто, знаешь, типа, когда ты хочешь сказать, типа, я в ахуе, и ты говоришь, обрезание Господне, ну, как-то, я не знаю. В общем, есть праздник, который называется... есть праздник, обрезание Господне, традиция, история, смысл христианского праздника. Празднуется этот праздник. Православные христиане отмечают сразу два праздника. Обрезание Господне и память святого Василия. Ржаться просто можно. Просто поставь свечку в этот день. Я просто так нервничаю. У нас вся жизнь возле этого крутится просто. Извините. История праздника. А не язычником. То есть, если ты не обрезан, то ты язычник. А если обрезан, то ты нормально. Ты, короче, это. То ты в дамках. Все окей. Там сразу тебя обрезал себе по пяту, но сразу тебя видно. Ну так пишется просто. Сразу Бог тебе. Реально они молодцы просто. Я бы себе тоже чем-нибудь подрезала. Так, ладно. Оно, по сути, является будучи сыном еврейки, а не язычником. Будучи сыном еврейки, Христос тоже должен был пройти обрезание. В первом веке до нашей эры является одним из доказательств для верующих людей, что он был реальным, осязаемым человеком с плотью и кровью, то есть был истинно воплощенным. Церковный календарный праздник обрезания Господня вошел в V веке. Его чтут на 8-й день после Рождества Христова, 14 января, по новому стилю. Обрезание сегодня – традиция иудаизма, какой смысл она имеет для христиан?
походу. Если ты сын Господний или пророк. Так, ладно. Будешь рожать. Ну а куда деваться-то? Все, залипло. Футболка из пацанок. Я не знаю. На обрезание, я не знаю. Просто под пому сказала. На восьмой день пойду праздную. На восьмой день после рождения делается обрезание. То есть родился у тебя маленький с пипеточком, потом и все. Чисто, чисто, чисто фрики на сходке. Мы и так средства обрезаны. Вам везет. Мамусик будущее. Да, мамусик будущее. У меня уже вон, смотри, какие паруса. Паруса. На-на-на, паруса. Вы спали. Прикольная. Я вообще просто дура. Вот как со мной вот после этого сексом заниматься? Я не представляю себе просто.
Скажи, зачем я долго жду с этим звонка? Скажи, зачем я снова встретила тебя? О, зачем тогда все развели мосты? Скажи, зачем та-та-та-та? Зачем тебя не встретил ты? Скажи, зачем? А я вот к родителям переехала из-за того, что меня муж за 6 лет ударит и пальцем, и вывих пальцем. Правильно, нафиг ему. Паруса покажи. Не покажу, все, хватит. Будущему мужу теперь только покажу. Фигню брать. Я с сыном переехала. Правильно. Вот тоже вот бывает там все по любви, по любви, по любви. А потом мужик раз и убьет. Так, не материмся, ребята, давайте. Я тут на здоровый образ жизни перешла, не материмся. Это же лучше всего. Типа вот так. На трицепс. Ну, это туда вот так вот, если делать, на трицепс. Нижний бицепс. Ну, вот так вот, нижний-то бицепс. Так надо делать. Так, ребят, я сейчас перезайду, потому что эфир заканчивается. Сейчас перезайду. Ну, короче, сейчас перезайдите со мной вместе, потому что сейчас закончится. Там осталось 3:30.